Школа кураторов ЮРГУ уже седьмой год собирает всех будущих наставников, чтобы воодушевить их, направить мысли в русло взаимопомощи, сплоченности и позитива. Студенческое время – увлекательный процесс, и кураторы на своем примере должны это показать. С этого года мы планируем активно начать работу непосредственно с кафедрами факультетов, потому что все время система была немножко отдельно от деканатов и жила своей жизнью. В этом году мы хотим сделать некий симбиоз, чтобы управление по неучебной работе с нами сотрудничало. В том числе каждый декан тоже был причастен к тому, чтобы продвигать данный проект у себя на факультете. Более 100 студентов ЮРГУ решили попробовать себя в кураторстве и стать надежной опорой для первокурсников. Они понимают, что на это уйдет много сил и времени, но это их не останавливает. Хочу зажечь огонек в этих людях, и чтобы они были активными, креативными, эффективными студентами. Я думаю, у меня все получится.